Всем привет! Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Сейчас я вам расскажу прикольный анекдот. Надеюсь, тебе, именно тебе, он понравится. Всем хорошего просмотра! Собираются Винни-Пух и Пятачок в гости к кролику. Пришли, значит, налопались меда, прям ух, конкретно налопались. Собираются уходить. Винни-Пух, как обычно, застревает и говорит: «Слушай, Пятачок, пропихни меня через задний проход!» А Пятачок это все воспринял всерьез. Ну, естественно, как дал жару Винни-Пуху, испугался и ломанулся. Бежит, значит, спотыкается и падает в лужу с грязью. Осознав, что с ним сделал Пятачок, Винни-Пух вылетает из норы вместе с рамой. Бежит по лесу, останавливается возле первой лужи и говорит: «Слушай, ты случайно здесь свинью-то не видел?» А Пятачок говорит: «Ха, та, которая медведя чпокнула!» А Винни-Пух: «Блин, уже каждый крот знает!» Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!